Всем привет, с вами Макс, это Супер Крафтинг Шоу, второй сезон, 17 эпизод. И в этом эпизоде я пойду в Сумеречный лес. Да, я установил новый мод себе, пока что с модом на животные я пока повременю, но может быть в следующем эпизоде я его поставлю, может быть после следующего. А в на этот эпизод я поставил, как уже сказал, мод на лес. Так, что за хрень? Почему не могу пройти? Что за... Не понял. Я же раньше мог. Иди нахуй сюда. Вот говно. Теперь, походу, только... Ну, что за мать вашего? Ну, вот она, вся сила 1.8. Ладно, сейчас... Сейчас разберусь тут со своим, как сказать... Иди нахуй от моей фермы. Как говорю, разберусь со своей фермой и пойдем в путь. Сразу говорю, эпизод про Сумеречный лес я хотел еще сделать в первом сезоне. Это как раз должен был быть моим последним. Блять. Мой последний эпизод, но он у меня тогда почему-то дико лагал. Нахуй, падла. Вот. В результате чего мне тогда слетел весь Майнкрафт. И, собственно, так-то и закончился. Ох, ты ж ё... Чё-то это мне подозрительно напоминает кое-что. Уж очень подозрительно. Блин, быстрее всплывай, блин. Всплывай. Нет, 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 какого чёрта? Нет, 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 нет. Фух. Нормально всё. В общем, насколько я помню в этом эпизоде, чтобы зайти в Сумеречный лес, нужно войти в портал, используя гриб. Но сейчас мы проверим это. Entering the Nether. Стоп. Nether? Это не то, мне не то нужно. Черт, я что-то... Ну ёб твою. Что за нахрен? Как войти в Сумеречный лес, блин? Черт, это не Сумеречный лес. Твою мать. Срань вообще. Ненависть. Так, вернусь обратно. Давай сейчас меня не прилетел какой-нибудь фаербол. Living Nether. Так, сейчас я прочту на Майнкрафт форуме. Что за ботва? Какого черта? У меня не получилось пройти вместе с грибом. И вернусь. Все, народ, я понял, как делать этот портал. Поверьте, это крайне идиотский метод, но... Но делать мне больше нечего. Так, ладно, мне, думаю, хватит. Два ведерка. 3, 6. Так. Ну ладно, думаю... Нет, этого, конечно, не хватит, но придется мне еще взять грибков. Ну, в общем, суть такова. Как я говорю, помните в прошлом... Точнее... В прошлой версии этого мода мне требовалось просто войти в такой портал, используя гриб. В этот же раз все куда круче. Бля, здесь дырень, чё за хрень? Так, нужна земля. Да-да, именно земля. Я не знаю, получится ли у меня войти в него, но вроде суть его я понял. Короче, делается вот такая дырень. Именно в земле, то есть в земной коре. И заливаем ее водой так, чтобы было именно... Да, вот так. И тут наступает самое интересное. На Майнкрафт форуме сказано, что я должен обложить все это натуральными средствами природы. Раз, два, три, четыре. Еще четыре. Нет. Два, да, четыре грибка мне нужно. А, черт, да. Фейл. Так. Ну и делать просто. И берем еще четыре грибка. Благо у меня как раз есть своя ферма. 3, 4.
если вообще она не растет. Ну ладно. Так. Трин-трин-трин. Смотри. Блин. Два, три. Так, цветочек. Не понял, что за говно. Вот. А-а-а! Черт. Идиотская система. А-а-а, блин. А-а-а. Че, еще один нужен? Давай огребайте. Фак. Сейчас, народ. Ну и уж извините, так. Так вышло. О, цветочек как раз ништяк. То, что мне нужно. И цветочек. И вот по-хорошему, теперь вот, когда я установил здесь цветочек, он должен будет превратиться в портал. И... Чёрт! Блин, задолбал. И чё? Ну... Что за говно? Так, стоп. Я опять полезу на Майнкрафт форум, уж извините. Не, народ, пацаны вообще козлята. Теперь, короче, чтобы открыть этот портал, мне нужно туда кинуть алмаз. 7 раз вас драть за ногу, чё за хрень? Оу, щит. Как меня грохнуло сейчас. Так, так, стоп. Не по... Где вещи? Фааааа! Твою мать, а. Просрал только то, что можно было. Фу, сука. 4, 5. Твою маму, 8 раз за ногу. Это крайний фейл. Уроды вы, разработчики игр. Век воспоминать буду. Ах, ненависть вообще. Ладно. Одно хорошо. Мы сделали портал. Теперь, когда мы сделали портал, я в него войду. Уии! Прощай, жестокий мир. Entering the Twilight Forest. Вот. То, что и требовалось. Знаете, я вот не знаю, будет ли у меня сейчас лагать Майнкрафт в Twilight Forest там. Надеюсь, что не будет. И добро пожаловать в сумеречный лес, дамы и господа. Как видите, здесь совершенно другой. Точнее, давайте просто пока походим, полюбуемся. Поверьте, вот в таком сумеречном лесу я впервые. Господи, это красиво. Так, нужно как-нибудь отметить это место, то я же забуду тут все. Здесь же потеряться вообще элементарно. Грибочек! Как мне вас не хватало. Что он? Ух ты! Каньон в Twilight Forest. Конечно, я не понял. И чё, уже лазурит? Типа тут рядом, хотите сказать, алмазы, алмазы? Ну, ништяк сейчас будет вообще. Ах, да, и, кстати, в сумеречном лесу же постоянно... Сумерки. Ну да, собственно, я сейчас был очевиден очень сильно. Но суть-то не в этом, то есть здесь никогда не наступит ночь. И всегда будет светло. Что опять-таки хорошо. Так, все, ладно, добыли уголь, друг. Пока что мне... Ну, он не так нужен. Хотя нужен он, нет, не нужен, блин. Вот тут подняться. Ну ладно. Будем ездить самым легким способом. Все, мы поднимемся. Так, ладно, мы это место отметили. Это я сейчас так проверяю для себя, чтобы потом, если что, записать его. Так, ладно, и пойдем, думаю, вот туда. Ух ты, домик. Розовый. Барашки.
Барашки! Это чё за твою мать? Что за... Блин, я просто не читал совершенно описание этого мода. Олень! Олень! Ух ты, спаунер! О! Это одно из нововведений Сумеречного леса. Вот это единственное, что я успел прочесть. В этой херне, короче, спаунятся какие-то злые дяденьки. О, вот они! А, это эти эльфы. Ну, по крайней мере, есть что? Нет. Чем они стреляли сейчас? Здесь ничего нету интересного. Пошли дальше. Что это такое? Давайте попробуем срубить. Мне кажется, это не... это к хорошему не приведет. Не достаю, фак. О. Ух ты! Это же светильник! Народ, лампочка Ильича! Вот, видите, солнце здесь никогда не зайдет. Блин, да реально эльфы строили по-любому. Гриб! Чё? Гриб на дереве? Окей. Вы все наркоманы. Ай-яй-яй, лагает-то как. Смотрите, здесь мод красивый. Мне он реально понравился сейчас. Так, еще одно место для спауна. Чем мне стреляют? Смотрите. Что это? Фак. Вот теперь у меня вылетел... Так, народ, извините, у меня вылетел Майнкрафт. И мы сейчас продолжаем. Вылетел он мне на... Вот что это такое? Чего он меня пуляет? У-у-у! Глупенький эльф. Железо прям над лавой. Как тут все-таки красиво. Вообще. О, злато. Чё ж так лагает? Вроде нормально все. Как бы туда пойти? Ну ладно. Будем действовать методом. Вот так! О, нормально. О, еще один спаунер эльфа. Вот! Что это, блин, такое? А! У меня от вас лагает все. Уйдите от меня. Злые вы все. А, лагает. О! Колодец. А, посмотри, что там. Yes. Даже два. О, волки! Волки, волки, брать. Черный. А, это тоже лаг. Ну это как я понял, сам. А вот это уже интересно. Лагающие волки. А Костя, конечно, с собой не взял. Или я ее просрал. Что-то место какое-то подозрительное. Нет, ладно, хорошо, когда я так построить нормально, блин, когда вот такое. О, светильник! Ништяк, у нас два светильника. Олень! Олень, стой! Нети! Что у нас здесь еще есть? Ну, собственно, здесь уже мир, конечно, становится более-менее однообразным. Но все равно, согласитесь, мод этот красивый. Я реально, я могу его наречь одним из лучших модов вообще всей Майнкрафта. Он вообще, он очень легкий, он весит даже меньше, чем пол мегабайта, но он эпичный. Хотя, мне кажется, он создан на достаточно легком коде, который программирует вот такие деревья. Паукан? Я только что слышал паукана. Так, флеш, ладно, туда пойду. Или я тут что? Черт, я потерялся, куда мне идти? Ладно, пойду туда, пофиг. А, кстати, а интересно, этот светильник можно на голову забереть? Чёрт, нельзя. Печаль. Ладно, идем дальше. Картина Репина внезапно. Вот согласитесь. Не будь здесь всяких вот таких эльф. Это, блядь, кто? А-а-а! Это же эти, крюндели.
Смотришь глубь. Хрюндель, хрюндель. Атакиран. Блять. Оба еще здесь небоскреб. Черт, че так лагает, блин. Оба здесь еще небоскребы из грибов построили. Нет, конечно, понимаю, это сейчас вошло в моду. Строить гриб на грибу, как у меня так, но все же. Дерево. На дереве гриб. На грибу гриб. Вопрос, что курил автор мода? Нет, что курил генератор? Будет вам за время, чтобы подумать. Так что я там. Блин, что-то лагает нахрен. Ну да, вот один из этих минусов, как раз, который я говорил уже, это то, что этот мод люто лагает. Грибочки. Так, это что? Руины. Ну, похож, по крайней мере, на руины. А если это руины, значит, тут должен быть сундук. Ага, хуй там. Нет никого сундука. Отделили, сволочи. Да, блядь, лагает, лагает нахер. Желтый барашка. Барашка. О, еще одна картина. Дерево. Рядом с ним еще одно дерево. Рядом с ним еще одно, и там еще сзади нет. На дереве грибы. Еще на дереве олень. Молодец, генератор. 5 баллов. Вообще, заебись, четко. Ну, реки, это все понятно, это мы проходили. И тут еще всегда идет дождь. Блять, что за говно? Блин, идет. О! Нет, к эльфам я не пойду, из-за них у меня лагает. Не-не-не. Хотя, собственно, не знаю, за кого мне точно лагает, но, блин. Эльфы стреляют какой-то странной белой хренью. Мрачно тут. Злобно. Красиво. Зло бывает прекрасно. Блять, упал я. Так, ладно. Где вообще? Кто я в жопу зашел? Я долго буду искать выход отсюда. Хотя, в принципе, если я сейчас здесь смогу запилить дом. Я смогу запилить здесь всякие там ведра, всякую хрень, если найду железо, хотя я его там раньше видел около. Это, блин, что? Это генератор ведь? Или это какой-то тайный знак? Обсидиан. Нет, это явно не намек показать, что здесь обсидиан. Уступи ему дорогу. Ух, интересно, долго же я еще буду так бродить тут? Или остановлюсь вообще где-нибудь? Блять, что за говно? Хотя понятно, почему деревья такие высокие. Вот уже здесь... главное, точнее, кстати, здесь... Ну, блин, ну как объяснить? Номинальная... Альтитуда, можно так сказать... Земли, точнее почвы, начинается на 31, когда в обычном мире 64. Нет, не 64, 64 это уровень моря идет. Ладно, короче, если сейчас ничего интересного не... Блять, эти эльфы, а. Сколько... О! Не шутя так! Что у нас тут? Смотрите-ка, только я заявил про что-то, если ничего не найду, так сразу же нашел. Пустите! Пустите, твари! Да пошли в жопу, пойду в систему. О, твою мать! Это ч... Это змейка? О, щит. А мне потрясается только овечья шерсть. Что за говно? Мне подсказывает, что это... Блин, очень странное создание. Ну ладно, поиграем в змей. Мне все равно сейчас терять нечего. Иди сюда, сука.
Я знаю, ты... стой! Ух ты же, иди, твой! Хрена-то. По-моему, я рано на него наехал. Your home bed was missing or abstracted. И где я? И я где-то в жопе. И поэтому мне придется искать дорогу домой, блядь. Да черт, у меня опять вылетел Майнкрафт все из этого мода. Короче. Я очутился опять в этом мире. Это значит, что мне опять придется искать дорогу домой. Только на этот раз в совершенно незнакомом мне мире. Точнее, нет, знаком, потому что познакомился с таким говнюком. Ох, ладно. Стоял у пропасти. Стоял, блядь. Стоп. Вообще, что я здесь? Подождите, я же здесь был. Это место довольно-таки... Да. Ну что ж, ништяк. Я еще вернусь. Я еще вернусь, уроды. И посмотрим, у кого яйца крепче. Saving Childs, Building Terrain. Знакомая всем фраза. И именно поэтому... И тут дождь. Ай. Знаешь, что самое печальное? Я потерял опять алмазную кирку. У меня выросли арбузы, я до них не могу достать. Хорошо, пойдем против системы. Ай-ай-ай, чё? А нет, стоп, они же, блин, они же не будут. А потом, здрасте, мне нужно это... Мне нужен плуг. Короче, ладно, плевать, потом взорву это. А пока? А пока-пока. Да, в общем. Это был Супер Крафтинг Шоу. А именно 17-й эпизод, который я посвятил Сумеречному лесу. С вами был Макс. Счастливо.